Viņš apvienoja, veiksmīgi apvienoja Šveices pulksteni ar limuzīnu un bruņu mašīnu un radīja kaut ko un radīja to Latvijā, dzīvojot šeit un strādājot šeit, radot kaut ko, kas ir pieprasīts visa pasaulē. Un jūs viņa radījumus redzēt gan populāras filmas, November Man, ar Pierce Brosnanu, Dictator, viņa radītas mašīnas, brauc slavenības, oligārhi un diktātori, ieskaitot Kardashian ģimeni. Un tas mašīnas arī nav lētas, bet var teikt, ka ir rindas. Tas mašīnas maksa pāri miljoniem dolaru. Lūdzu, sveiciniet Leonard Jankelovič, firma Darts. Микрофон из них любой. А если двигаться, то можно значит, вот этот. Лучше двигаться, да? Сейчас сделаем. Этот раз. А, этот тоже работает. А. Надо чуть погромче говорить. Ну вот. Да. Лаваккар, добрый вечер. По-русски? Так это скот костасти, что это подназвано костасти, берем скот касаксим. Это может быть манвегла крунат. Конечно, по-русски. Я предупредил коллектив, руна. Что мы вот. Вас поймем. Ну, собственно, я пришел вам рассказывать какую-то лекцию про какой-то бизнес, которым я тут занимаюсь. Хотя, скажем честно, я здесь нахожусь только физически, юридически я нахожусь в Эстонии. Собственно, резидентом этой чудной страны Эстонии я и являюсь. Начали мы бизнес в 1988 году, когда некий Михаил Сергеевич Горбачев 26 мая радостно разрешил заниматься всем капитализмом. Я тогда был студентом Рижского политехнического института, который потом героически стал университетом. То есть я поступал в институт, а закончил университет. Очень удобная такая вещь. То есть у меня университетское образование оказалось. И будучи студентом, я делал разные мелкие гешефты, пытаясь навариться еще в советских рублях. Иногда это удавалось, чаще это не удавалось. Вот один из бизнесов тех времен был связан с заводом РАФ светлой памяти. Из автобусов РАФ делали все, что можно сделать. И вот одна из интересных вещей из РАФа было построение бронеавтомобиля для Сбербанка России. Это было довольно интересное такое приключение, потому что Сбербанк России уперся... Фу, России, нет, такой страны не было. Сбербанк Советского Союза. Сбербанк СССР уперся рогом и сказал, что хочет ездить на Латвиях, и все остальные аргументы за и против ими не принимались. То есть этот проект был сделан с фирмой Лябе, которая тогда находилась в Бретоне, Франция. Сейчас она очень давно и успешно продана бельгийцам Карат Секьюрити. Из микроавтобуса Латвия, на котором ты и без брони ездить было опасно, сделали бронеавтомобиль. Некоторые из них где-то на просторах бывшего СССР есть. От микроавтобуса остался шильдик РАФ-2203 и гордая надпись «Латвия». Все остальное было успешно выкинуто. Мотор поставили от «Мерседеса», как и подвеску. Но, в принципе, это не помогло. Автобусы развалились вместе с Советским Союзом. То есть, я говорю, сейчас они еще где-то встречаются, но уже меньше. Ну, дальше как-то волею судеб... Времена были неспокойные, и мы стали потихоньку, в том числе, делать бронеавтомобили. Первый, который мы здесь делали, это для Рижского нефтехимбанка, Геленваген на базе Г-класса. Ну, Геленваген вообще удобно бронировать, туда вставил две железки, чуть-чуть утолщил стекло, и получился броневик. Вот. Дальше у нас должен был быть... По тем временам гигантский заказ для Банка Балтии, но
1995 году у руководства Банка Балтии уже за счет государства было обеспечено транспортом, и бронеавтомобили им уже не понадобились, к сожалению. Вот что интересно, кстати, по ценам, когда вот рассказывают у нас эти истории, как что-то где-то дорожает, что-то где-то там, ну, например, про недвижимость. На самом деле ничего не дорожает, все как стоило, так и стоит. Просто деньги, они довольно стремительно обесцениваются. То есть, если по тем временам, допустим, бронированный Г-класс стоил от 50 до 100 тысяч долларов, то сейчас вы за 100 тысяч долларов не купите даже простой Г-класс. При этом там особо ничего не поменялось. Просто деньги постепенно, они превращаются вот, вот абсолютно правильно, вот эти вещи. То есть их печатают, они ничем не обеспечиваются, и приходится просто, чтобы как-то обеспечить деньги чем-то, вещи автоматически дорожают. То есть, как нас учил товарищ Маркс, деньги являются эквивалентом стоимости. Сейчас они, ну, больше, наверное, являются эквивалентом каких-то определенных понтов. То есть вы понимаете, что сумка Луи Вутон, она недалеко ушла от сумки Сондерис. Но цена ушла очень далеко. И то же самое автомобили. То есть вы условно берете BMW в какой-то там базовой комплектации, вам ставят три каких-то абсолютно модных китайских девайса и добавляют 50 тысяч. И вам объясняют, не, ну что, это же датчик дождя. Или там датчик шины. Вот у меня в армии был датчик шин, я как сейчас помню, я вышел из машины, пнул сапогом. И я понимаю, что вот она шина или сдулась, или не сдулась. То есть это, в общем-то, недорого и это надежно. А сейчас ставят какую-то, ну это абсолютная фигня. Она там где-то в машине, она, естественно, ломается. Ее надо, естественно, чинить, ехать в сервис. Там с очень серьезным лицом выходит менеджер, которому обеспечивается рабочее место таким образом. И очень говорит, не, ну, shit to detail him свой guided car, ну, district manager. Ну, это понятно. То есть, потому что еще где-то 10 человек, то есть где-то в Гуанчжоу сидит маленький китаец, который кормит всю семью, и маленькими ручками делает эту маленькую детальку. Но... Пока эта деталька, она доходит, она становится так называемым датчиком, ну, условно, дождя, давления. То есть датчик дождя тоже очень нужная вещь в хозяйстве, в машине. Это, ну, вы понимаете, вы когда едете, вы же не видите, что дождь, вам нужен датчик. То есть, ну, это, ну, не, ну, а как еще? Датчик же, вот он датчик, и ну, там тысяча другая. То есть, понимаете, происходит полное обесценивание денег, и замена определенными какими-то такими понтами. То есть, ну вот эта машина, она тоже, она не является ничем-то особым. Это, в общем-то, кусок железа с колесами, там мотор есть, ну и какие-то нужные вещи. Но так, чтобы потребительская, ну, наверное, какая-то есть. То есть, понимаете, людям на определенном уровне надо сказать, что у него есть то, чего нет у других. Ну, на этом мы как-то пытаемся заработать себе на хлеб, потому что, ну, вот интересно, это довольно такая дурацкая ниша, я в нее случайно попал. Есть гигантское количество фирм, которые выпускают bespoke, ну, так называемые спортивные автомобили под заказ. То есть этих фирм большое количество, они периодически разоряются, периодически их кто-то покупает. Вот сейчас Визман умер, его кто-то купил. Спайкер умер, его кто-то купил. Кёнигсек не успел умереть, там норвежцы дали денег. То есть они делают какие-то спортивные автомобили. То есть вещь вообще никчемная. То есть это вещь никчемная, вещь ненужная и вещь мега дорогая. То есть у меня друг в Риге, у него есть Феррари новый, он на нем ездил два раза в жизни. Но у него есть Феррари, он говорит, более неудобной машины я нифига не видел. Ну, то есть у него есть, при его росте в нем сидеть, он бьется коленками в челюсть, но как-то она у него есть. Или вот у меня есть друг Ахмат,
в Эмиратах. Вот я ему звоню, он не снимает трубку, Я ему наконец снимаю, говорю, Ахмад, what the fuck? Он говорит, Leo, I'm driving my Bugatti, how I can reply you? То есть он не может даже телефон вытащить, потому что он в ней ничего не видит, он в ней ничего не слышит, но ему надо иметь Бугатти. Дальше началась проблема. Дальше он где-то узнает, что Бугатти обещал выпустить 400 машин, а выпустит, по его информации, 1000. И вот человека перемкнуло, то есть ему стало грустно. Он сказал, говорит, слушай, ну теперь каждый лох в Эмиратах ездит на Бугатти. И говорит, на кого я похож? То есть, что скажут люди? Не, вам смешно, он полетел в Китай. Там кто-то купил какой-то limited edition очередной. Ну, limited edition это другой краской покрасили. То есть там был Бугатти, его покрасили двумя цветами, синий с голубым. И это, мы уже сказали, историю какую-то очередную. Ну, это нормально. И Ахмад полетел в Китай, перекупил там у китайца и стал на какое-то время счастлив. То есть вот так работает эта индустрия вот этих дурацких историй всех. Вот. Но это по спортивным машинам. А вот таких больших машин почему-то никто не делает. То есть... А шестиосный Мерседес это серийный автомобиль. То есть это заводской серийный автомобиль, который, кстати, снят с производства очень успешно. Вот, не, вы называете, может, я что-то не знаю. То есть есть еще одна фирма, есть в Фарназаре, которую мало кто знает, я ее сам не знаю, но она есть. Но, в общем-то, не шестиосный, я имею в виду, понимаете, bespoke, это когда машина делается под заказ. Под вашу конкретную задницу, под ваше конкретное желание. Шестиосный Мерседес, он как идет в серии, так он и идет в серии. Что вот сейчас осталось, например, на рынке сейчас есть шестиосный в исполнении Мансори, в исполнении Брабус. Но там опять же одно и то же. То есть ни Брабус, ни Мансори, они велосипед не изобретают. Они берут, они расширяют арки, они перешивают салон из одной кожи на другую, потому что, несмотря на все рассказы, в серийных автомобилях кожа ставится серийная, то есть довольно грустная. Ну, собственно, это все. Но опять же, людям, да, вот он едет вместо Мерседеса, там вместо трех этой звезды, там буква Б или буква М, и это какой-то, или вот есть какой-то, по-моему, то ли казах, то ли украинец, у него желтый, я уж не помню, какой маленький Мерседес, желтый шестиколесный. Вот он радостно ездит на этих двух желтых машинах. А может, его уже посадили даже, я не знаю. Ну, какой-то, да. Да, по-моему, кстати, наверное, машина уже без него ездит. Вот, то есть, ну, это такая, как бы, игра на низменных чувствах. Этакий penis extender. Вот. То есть, потому что вот эти все рассказы, что машина бронированная или, ну, броня в машине, она не защищает. В принципе, ни от чего. Ну, то есть она защищает от определенной группы хулиганов. Это да, вот у нас в Каннах, вот, кстати, эта машина на картинке, там какие-то гоблины пытались разбить стекло, долго очень били и не разбили. А была вообще-то смешная история. Нам потом в полиции сказали, что по их версии они хотели выбить стекло, залезть в машину, выбить на этой машине стенку в банке и украсть денег. А мы на этих трех золотых машинах, мы ехали как раз со съемок фильма «Диктатор», мы ехали из Испании через Канны. И мы еще в дороге шутили, что давай будем грабителями банков на золотых машинах. И вот как-то это чуть не сбылось, потому что если бы они угнали, я представляю, то есть люди выломали стенку на золотой машине, бегают по Европе с украденными деньгами. Это прикольная была бы шутка такая, очень смешная. Но, к сожалению, они не разбили. А так, если, ну, у кого-то есть какие-то претензии к вам, несовместимые с жизнью, то, в общем-то, ну, машина, она слабо чем поможет. Ну, то есть поможет, ну так. Потому что, понимаете, есть такое соревнование снаряд-броня.
снаряд он всегда впереди. Кроме того, на таких, это практически гражданская машина, сделать какую-то более-менее броню технически невозможно. То есть вот военная машина такого класса, она должна весить там 6, 7, 10 тонн. Это весит где-то 4. То есть, ну, есть много нюансов. Ну, конечно, не, это все красиво, это статусно, но не более того. Вот. Ну, собственно, я не знаю, что вам еще рассказать. Тут картинки вы видите, собственно. А можно вопросик? Да, конечно. Вот я смотрел интервью с вами до этого, вы рассказывали, вот как это появилось. Да. Но много чего может появиться. Ну а как это вот из этой нашей любимой, но малюсенькой такой страны, вот это и не знаменитый автопромом, в принципе, в мире, как эта вот вещь попала, так сказать, на столы вот этих вот всех, кто сейчас на ней ездит, от Китая до Голливуда? Как вы этого добились? Создать одно, скажу. А продать-то за миллион как? Я вам так, не, ну про миллион это нет у меня денег. Я вам так скажу, вот если я был бы американским каким-то лектором, вот который ездит, знаете, какие-то бомжи по всему миру, и рассказывает историю, как я стал миллионером. Учителя успеха, там эти LifeSpring. То есть, когда вот тут были 90-е, тут были LifeSpring. Сейчас это какие-то другие, вот тут ездят какие-то люди и рассказывают, как заработать миллион всем. Вот они собирают аудиторию, там, поскольку я не знаю, не срубают, и рассказывают, как заработать миллион. Ну, так, ну, я вам не расскажу, уж я не знаю. А они знают. Ну, где у них этот миллион, никто не знает. То есть, но они рассказывают, нормально собирают кассу. Вот в Риге, я думаю, сейчас погуглить, обязательно какой-то очередной клоун рассказывает. То есть, я это к чему? Я не знаю, как это вышло. То есть, если вы думаете, что... Я могу сказать, не, ну не сплю я реально, это чистая правда, потому что земля круглая, просто я не виноват, что там я заканчиваю с Америкой, уже начинается Китай. Голливудом вышло просто как монтировка, то есть мне пришел мейл, ну Голливуд это такая еврейская организация, пришел мейл от Мартина Лосовица, какой-то абсолютно дурацкий, он мне там что-то, я даже не понял, что он написал, потому что то, что фильм называется «Диктатор», мы узнали только, когда мы уже приехали на фильм «Диктатор». То есть все эти даже названия фильма, они засекречены. А до съемок фильм назывался «Finchley Dreams». И вот мы как-то переговорили, вот это была наша первая поездка в кино. И мы настолько ничего не понимали, как это вообще будет, что... Мы когда укладываем машину, я смотрю, ребята берут палатку и топор. Я говорю, парни, нахрена? Они говорят, а где мы жить будем? Я говорю, ну слушай, ну наверное какую-то общагу дадут. Вот. И довольно интересно было вот это первое кино, потому что мы ехали, ну машины раскиданы были, то есть... Одна машина выехала раньше, она там где-то в жопе мира застряла в Альпах, там 4-тонная, ее никто сдвинуть не мог. Мы выезжали последние, третью ребята гнали из России, вот там сзади вот этих лица суровые. Вот. И, значит, вот одна, которая она как-то прорвалась до Севильи, которая застряла в Альпах, ну ее там уже перед гостиницей тормознула полиция, ну испанская полиция интеллигент, они с мигалками довезли. И парни звонят, ну мы уже тоже подъезжаем, мы шли последние, такие они уже офигевшие. И, ну как-то сейчас я так тут на лекции не скажу, что они сказали, но гостиница была пятизвездочная гостиница с едой, с питьем. У нас был индивидуальная водила Летиция, девушка, студентка. Нам выдали каждому по мобильному телефону. Я вот не знал, куда звонить, я просто ходил, мы потом снимались на Канарах, я просто лежал на пляже, звонил всем, кому мог звонить, потому что ну, как-то неудобно, дали телефон. Просто я вот звонил. То есть, ну, а дальше после... Еще была интересная история предварительно, вот перед тем, как мы выехали, она такая смешная, грустная такая, только никому нельзя рассказывать.
Я получил деньги за кино, и мне их надо было отправить в Таллин. Ну, я положил их в жилетку. Жилетка у меня есть. И поехал в Таллин. А я человек очень ответственный, то есть я деньги спрятал, но 20 евро осталось. А я тогда еще пил алкоголь. Ну, я думаю, ну, надо еще выпить. Я выпил, потом смотрю, там магазины закрываются. Я думаю, ну, возьму сразу 0,7. Ну, на 20 евро можно. Ну, я взял 0,7. И тут я проснулся я в камере. И я первым делом похлопал по карманам жилетки, и я немного взгрустнул. Я очень был грустен. Я вот. И я думаю, ну так, сейчас я спрошу, где деньги, они скажут, какие деньги. Ну, естественно, денег было немало, два кармана. Я постучал в дверку интеллигентно. Эстонский полисмен сказал: «Проспись, алкаш». Ну, я пытался проспаться, сон не шел. Не шел сон. В общем, потом как-то уже, когда они мне дали дыхнуть трубочку, поняли, что уже со мной можно говорить, хотя можно было говорить ранее. Он говорит: «Покати, с тобой следователь хочет поговорить». Я начинаю совсем грустно, потому что думаю, ну что же могло произойти, что следователь. Вызывает следователь, говорит: «У вас в карманах обнаружено очень много денег. Где вы их взяли?» Я говорю: «А что?» «У нас в Пярну орудует банда фальшивомонетчиков». Я думаю, вы что, хотите сказать, что они фальшивые? «Я ничего не хочу сказать, где вы взяли деньги». Я говорю: «Вы не будете смеяться?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Из Голливуда». Я уже не смеюсь. Я: «За что?» Я говорю: «Вы обещали не смеяться». «Нет», говорит, «я не смеюсь. За фильм про Саддама Хусейна». То есть он говорит: «Нет, нет, мне не смешно. У вас есть какие-то документы?» К счастью, я ехал к бухгалтеру, у меня были все инвойсы, то есть там чек, все там красиво. Ну, дальше. Дальше нам пришлось всю эту сумму поехать в Светбанк проверять. К счастью, они оказались настоящие. Может, я их получал тут в Снорресбанке, мало ли что могло произойти. Но что интересно, таллинский вытрезвитель, выдали все. Вот, ну, у меня мелочь-то осталась, да, через двадцатки давали. Проверь, чтоб все было до цента. Ну, я понимаю, что если бы я тут попал с такой суммой, ну, в лучшем случае, меня бы нашли. Деньги. Ну, там все очень... Вот я единственным обещал телевизор привезти, вот не довез никак. Вот. И так, короче, мы добрались до Голливуда. До Голливуда, до съемок. Съемки были в Севилье. И потом они были на Канарских островах. Ну, и дальше все уже понеслось. Как-то так потихоньку. Потом был вот The November Man с... Нет, потом был The Hard Five с Брюсом Уиллисом. Фильм дико грустный, конечно, я его так и не посмотрел. Только счастье. Я, собственно, и November Man не посмотрел. Я только Диктатор тоже, я его вначале... Не... Диктатор я был, нас пригласили, мы были на премьере в Лондоне. Вот там тоже была смешная история. Поехал мой друг, гаишник, ну как это сейчас назвать, ну начинал он в ГАИ. Ну, он поехал вторым водителем, потому что я водить не умею. И он тут отпросился, просто отпросился. А там Саша, он придумал разные перформансы. Один из перформансов был на золотом броневике штурмовать посольство Северной Кореи в Лондоне. И я говорю: «Слушай, вот сейчас поедем, сейчас тебя по телевизору покажут». И он сказал то, что нельзя говорить. Значит, говорит: «Ты что, мне до выслуги 3 года осталось. Ты хочешь, чтобы меня показали по телевизору и уволили без пенсии?» Говорит: «Я 27 лет отслужил». Я говорю: «Понял». И дальше мы героически посадили журналиста Топ Гира за эту машину. Но это к счастью, потому что я понял, что если бы мы ездили по Лондону на таком танке, да еще и с левым рулем, это было бы, наверное... Много очень заголовков, сколько бы мы пошибали машин. Ну, собственно, вот. А потом в кино я, тоже не подумав,
зачем-то начал снимать на мобильник, после чего я минуты через две был выкинут из зала. То есть кино я так и не посмотрел тогда на презентации. Потом я его посмотрел, ну, года через два. Вначале он мне казался дико тупым. То есть вот несмотря на то, что я сам в нем снимался, ну, как я снимался, я там вот иногда в каких-то кадрах я там сзади лежал, спал. Вот. И мы всегда спорим, мы его просматриваем, мы спорим, кто же там был за рулем, может, там несколько нас менялось. Вот. А потом вот я сейчас езжу в Таллин, когда там в автобусе показывают, я где-то 2-3 раза, пока еду вот в Таллин, туда 2 раза смотрю и обратно. И хороший фильм такой. Вот. Ну, собственно, вот так мы и попали. Вот последнее, что этим летом было 2 каких-то мутных фильма. То есть, не, один не мутный. Мутный это был «The White King», абсолютно непонятный артхаус. Я так и не понял, о чем он. Мне кажется, создатели тоже не очень поняли, о чем он. Но он малобюджетный, поэтому нечего там было делать. И «Captain America», ну, там мы были с другой машиной, мы что-то там делали так. Потому что очень часто я могу сказать, то, что снимается, и в кадр попадает, ну, из «Диктатора», например, из всех съемок попало, из того, что где мы участвовали, ну, очень мало. А, например, там был БРДМ, это такая советская военная боевая разведывательная дозорная машина, БРДМ гнали аж из Шотландии. Данкан пригнал, и его вообще, он в кадре был только вот в начале, когда там на заставке, и потом дальше там был один кадр, но это мы знаем, что там был Данкан, потому что там торчал ствол, сделанный из какой-то дубины, и который привинтили к Данкану, это изображалось танк. Ну, собственно, вот так, так вкратце про этот Голливуд, то есть, ну, в кино хорошо, там кормят, там мобильники не, вот вы знаете, мобильники на больших бюджетах дают. А вот на «Диктат», не, на «Вэмбэмэн» было, хотя там маленький бюджет был. А вот на «Дай Хард» бюджет был больше, а мобильников нам не дали. Нас вообще поселили, ну там был спа-отель, конечно, он 5 звезд, но он где-то был в какой-то заднице, там на реке Дунай. И Нас там просто мы реально смеялись, мы как забытый полк, нас там бросили. Там еще в съемках участвовали солдаты венгерской армии. И вот мы там с ними квасили, потому что нас всех забыли. Их забыли, нас забыли. И мы там на берегу Дуная. Вот. Но там мобильники не дали, потому что нам, мы никому не нужны были. Ну да, ну а что там, река тут, мы тут. Надо, нас забрали. И там интересно, кстати, в «Орешек», ну там мы делали еще одну машину, я не знаю, кто видел «Крепкий орешек», там такая была большая машина, которая всех громила там. Никто не видел, я ее сам не видел. Но машина была. Она красивая, она там с моста летала, там. Вообще-то ЗИЛ-131 был. Но об этом никто даже не знает, кроме нас. И вообще интересно, они собирались вначале, там довольно большой план съемок был в Москве, причем прямо на Красной площади. Но московские люди, им очень нужны были деньги. То есть Москву было дешевле заменить на Будапешт. Намного. Но вот я так и не знаю, даже не знаю, наша команда там не было, но вроде говорят, что там снималось в Москве 3 суток, больше бюджета не хватило. На Москву это нереально. И потом тоже была интересная абсолютная история. Там вертолеты снимались Ми-28, и что-то там с движком случилось. А движки были где-то в Белоруссии. Вот меня попросили помочь проскочить границу белорусскую с этим движком вертолетным. Но как мы не пытались, потому что мне белорусы сказали, ну, ты что, это они буржуи, а это военный движок, и кого-то из нас расстреляют. Причем это буду не я. То есть я не знаю, как они этот движок протащили. Ну вот.
Леонард, а скажите, вот эти знаменитости, вот ваши клиенты, многие мечтают к ним подойти хоть, помню, в Юрмале какие были эти очереди на красную дорожку, а вы как бы не только их видите издалека, они выбирают вас как поставщика, вы с ними общаетесь. Вот какие они эти вот люди, ваши клиенты? Не, ну, скажем честно, это не совсем так, конечно, что я их вижу. Вот, например, этот человек Канни Уэст, он, по-моему, сам с собой-то не общается, он слишком занят. Он же Джизус. Там 500 агентов у них, и каждый ест свой хлеб. То есть я его видел точно так же, как вы на этой картинке. Там очень много... Не, то есть Пирса Броснана, ну да, с ним мы даже кушали за одним столом. Но он вообще важный был, и, конечно, ну тут не видно, но вообще животик у него вон там видно на картинке. Он поэтому расстроился, когда его успели сфотографировать, он из туалета шел на самом деле. Вот. И вот, когда увидел, он сразу стал спрашивать, хуаю. Ну, хуаю, вот. А так, не, вот Саша Баронович, он абсолютно безобидный дядька, с ним мы даже выпивали. Сашей Бароновичем. Вот. Кто там еще есть? А, Памела Андерсон была такая. Ну, она корыстная. Она вот у меня была с детства мечта. И вот когда мы встретились, она... Но она заточена на деньги, она... No, if you want to make a picture with me, it will be 10,000 euro. Ну, я подумал, за 10,000 euro немолодую Памелу Андерсон фотографировать. Наверное, за это дешевле в фотошопе ее как-то вонзить, потому что, ну так. Не, она так держится, конечно, у нас разница с ней 2 года, но в ее годы ходить в таких шортах... Может. Не, молодец. То есть бывает, гораздо ее сверстницы выглядят намного хуже. Вот. Так что, а вот тут на картинке вот внизу, это, ну, это Comedy Club, но с ними, наверное, фотографировали все, кому не лень в этой жизни. А вот это сэр Бен Кингсли, то есть это довольно известный актер. Ну вот он в «Диктаторе» играл начальника охраны Саши Бароновича. То есть, что интересно, черные береты выдали вот ему, нашей команде, и некая девушка по имени Басти Харт. Но кадры с ней вошли только в трейлер. Это Сьюзан, такая известная в узких кругах девушка, она вот... В минуте славы в Москве она грудью разбила, по-моему, 10 пивных банок. Так она их ставила и так грудью их. А в кино про диктатора она пробивала грудью стенку. И по сюжету она должна была Сашу задушить этой самой грудью. Но что-то в сценарии пошло не так, и его банально застрелили. Но что самое интересное, нам сказали, то есть вначале нам сказали, что фильм про Хусейна, на самом деле он был про Каддафи. И вот что я вот всем говорю, я видел, как убили Каддафи до того, как Каддафи убили. То есть его вначале убили в этом кино, а потом его убили уже в Ливии. То есть как-то Голливуд, я не знаю, с кем они там связаны, но буквально это прошло пару месяцев, и все получилось именно так. Ну, собственно, что еще рассказать? То есть, я не знаю, я вам про звезды, вот последний, с кем я встречался, как же его зовут, Нассери, таксист, как его, такси, в фильме «Такси» играл, как его, Нассери, ну, который из тюрьмы недавно вышел. Он сейчас, кстати, вот мы должны были сниматься в Питере. Они играют сейчас сиквел фильма «Изи Райдер».
Там снимаются все старые мамонты. Я не знаю, кто будет фильм смотреть. Там вот Насырии снимается, группа Юра Хип снимается, Deep Purple снимается. Кто там еще только не снимается. Ну, такие все. А, Охлобыстин еще туда же. Армяне снимают, кстати. Вот. То есть мы должны были туда ехать, но что-то, как всегда, пошло не так. Потому что с кино очень там... Всегда есть битва между бюджетом, желанием, возможностями. И потому что обычно... Это как вот у нас Алекс, ну он обычно у нас все менеджерует, как он сказал, «They wanna for nothing make something. I cannot work with this budget». Это он сказал про «Крепкий орешек», там бюджет был 50 миллионов. Он говорит, I cannot walk. Но хотя, с другой стороны, последний, где мы снимались, The White King, там, ну, действительно, бюджет был 5 миллионов, и они говорили, что у них денег нет ни на что. Но, не, ну, мы-то понимаем, я теперь понимаю, куда девается бюджет, то есть если мы на «Диктатор» вместо 4 человек, нас приехало 9, каждому выделили номер в 5-звездочном отеле, и потом нас еще на самолете таскали на Канары и так далее, то никакого бюджета не хватит. И когда там один день не хватило одноместных на всех, и там двое спали в одном номере, там страшно перед нами извинялись, что такие звезды, как мы, ютятся в двухместном номере, поэтому бюджетов реально не должно хватать. Вот, но это так расфигачивается, конечно, миллиарды, не то что миллионы. Может быть, у коллег еще есть какие-то вопросы? Вы пытались разбить свою машину на съемках? Так разбивали в ЗНММ. Но я могу показать. То есть... Разбитую машину? Не, ну ее починили, но если здесь интернет есть, я могу показать. Со всеми факами, там все снято. А в Ютубе есть. Там как раз мы поставили камеру внутри и... Ну, было грустно, да, ну что делать? Что не сделаешь за деньги-то? Никто ж даром там ничего не бьет. Там... Ну, ее не сильно разбили, разбили другую в кашу, да. Это вот так бампер только, там бампер, радиатор, еще что-то. Ну вот, что вам еще рассказать? Если еще что. Ну, в принципе, что я могу сказать со своей стороны, что у нас есть такое удовольствие и честь встретиться с Леонардом сегодня. Как-то вы почтили. И продолжить ее на следующей неделе, в понедельник, с Натальей, когда мы будем работать над презентацией этих замечательных продуктов. И что еще хочу сказать, что у нас тоже кормят. Буквально через 2 минуты начинают кормить. Да, вот это то, ради чего я пришел. На первом этаже. А пока что я прошу вас заготовить ваши хлопушки, если у кого еще что осталось, и пальнуть за успех латвийского предприятия во всем мире. Я эстонская. Эстонская. Паузу внизу на первом этаже. У нас перерыв 20 минут.